Пришли деньги с меня взять? Да нет. Нет? Серьезно? Что-то в лесе сдохло или чего что? Чего так? Нас парк разрешил? Ну да. Вообще-то это лесхоз должен давать разрешение. Кто вы? ФОП, частное лицо. ООО. Или кто-то? ООО? Да. Как называется ООО? Это нарушение, это преступление. Говорит, что это территория наша. 8 гектар – это территория наша. Да. Вы Кондратюк Игорь Григорьевич? Не, я не. А кто вы? Ох ты, бля. Ой, супер вообще. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Наконец-то мы с вами на рыбалке. Господи, я уже 100 лет уже не был на рыбалке. Так хотелось вырваться, и наконец-то это получилось. Конечно, были проблемы там, ну, не буду я о них рассказывать. У всех бывают свои проблемы, да. И наконец-то мы с вами на Днестре. Хоть уже и запрет, да, но хотя бы на одну удочку, с одним крючочком маленьким, попробовать хотя бы испытать это счастье, наслаждение, поймать какую-то рыбу, это дорогого стоит. Поэтому мы сегодня здесь, кстати говоря, на разрешенном участке Одесского рыбохранного патруля, возле моста маяхского, видите, да? Это получается, если с маяк ехать, то с левой стороны практически первые места. Тут стоят какие-то помосты деревянные, никого здесь нет. Непонятно, как они тут стали, эти помосты, откуда они взялись, но, может, подойдут ребята, будут требовать денег, так мы уточним у них, какое здесь их законное основание нахождения этих помостов. Ловить будем сегодня тарань, если получится, то карася, а если вообще супер повезет, то еще и карпа. Оснастка у меня довольно-таки простая. Стопорочек вот такой вот, да, который я немножко отодвину сюда. Да. Так, дальше идет вертлюжок такой с бусинкой, который сквозной. К нему мы прикрепляем кормушку. Кстати говоря, кормушка новая, интересная. Сегодня первый раз испытываю кормушка от компании Потап с такими грунтозацепами интересными. В общем, проверим ее эффективность. Дальше идет ступорная бусина и отводик. Все, к нему прикрепляется поводок. Поводок буду ставить где-то примерно там 40-50 сантиметров. Получается такая сквозная конструкция, очень чувствительная. Поэтому будут видны поклевки даже и мелкой тарани. Замешиваю прикормку фишдримовскую, значит, лещ, горох. Очень любит у нас наша местная рыба все, что связано с горохом. И чуть-чуть потемнее Super Black, вот такой от компании Fish Dream. Вот такой я замешал, добавил немножко гороха. И на него будем ловить. Красавец, карасик. О! Я хотел его сам выпустить, но он решил, что ему самому хочется выпуститься. Ну, пускай так и будет. Здрасте. Держи. Да? Ну так подходите. Хотите, подходите, мы же к вам пришли специально. Пройтись. Здрасте. Здрасте. У меня руки в рыбе. Ничего страшного. Да? Подписаны у вас. Да? Смотрите. Конечно. Что-то есть? А, вот карася только что пустили. Круто, круто. Ну расскажите, вы пришли деньги с меня взять? Да нет. Нет? Серьезно? Что-то в лесе сдохло или чего что? Чего так? Ну просто в прошлый раз, когда ребята тут стояли, которые получили по шее, то я так понял, что вы позвали этих пацанов, да, которые дали? Я был один. Я просто... Не, я видел, что они вели себя немножко неадекватно. Подмогу себе позвал. Понятно. А там один на один за себя постоял. Я... понимаю, что я должен был не здесь это делать, где-то там, но это такое. Да. Просто расскажите, вот вы тут, я так понимаю, снимаете деньги, да? Ну да. Правильно? А законность какая-то есть по снятию денег? Просто дело в том, что если вы законно снимаете, даже я вам заплачу деньги, поверьте. Есть документы? Ну да. Ну так покажите. Это же будет интересно всем понять, что за документ у вас есть, на основании чего вы тут... Угу. Так. Угода на рекреационную деятельность с Нижнесловским национальным природным парком. Mm-hmm. А у вас какое-то предприятие? Кто вы? ФОП,
Частное лицо. Или какое-то ООО. Да. Как называется ООО? Просто интересно узнать. С кем заключено? А, вот тут написано, что должно быть. Есть сюда. Ну, Спарк. Так нет, вот-вот, физически особый предприемец. Кондратюк Игорь Григорьевич. Вы Кондратюк Игорь Григорьевич? Не, я не. А кто вы? Я работаю здесь. Вы на него работаете? На Кондратюка Игоря Григорьевича? Нет? Нет. А как же тогда вы можете что-то требовать, если вы не Кондратюк Игорь Григорьевич? Поставили люди сюда. Люди сюда поставили? Какие люди? Да. Ну просто я вижу, что тут додаток на прорекреационную деятельность. Да. Вздолж правого берега речки вниз по течению от моста 150 метров в напрямку Червона, да, станция «Маяк». Да. Просто я хочу вам объяснить, чтобы вы понимали, что вот эта территория не Нижнестровского национального природного парка. Это не их территория. Они не имеют права вам давать такую бумагу. Ага. 33. Вот мост. С этой стороны, видите, вот мост, мы эти дорогу направо, а налево, вот здесь находится Water-City. Да, да, да. Вот в этом месте. Угу. Ну хорошо, 33-й выдел какой? Что тут здесь? Второй, да? Да. Что здесь написано? Солонец. Так. Солонец написано. Говорит, что это территория наша. 8 гектар – это территория наша. Так. Этого человека надо наказывать. Который собирает деньги на Днестровье? Который собирает деньги, конечно, 100%. То есть вы к этому отношения никакого вообще не имеете? Вообще никакого. Вообще никакого. Однозначно вызывать полицию. Все. Все. Точка. Да. Никаких отношений других. Не имеет. Никаких других вариантов. Право, лево, задача все. Лесника. Однозначно наказать человека. Все. И пускай объясняет, кто его туда направил. Угу. На каком основании? Да, на каком основании. Все правильно. Я с вами полностью согласен. Со стороны лесхоза никаких разрешений сейчас не выдается. Не выдавалось? Да. И не выдается. Для того, чтобы заключить какой-то договор на передачу земли, на аренду земли, это только через кабмин. Угу. Вот. Мы можем выдать лесовой квиток, но опять же не для рекреационной деятельности, а для выпаса худобы, там для сбирания туристической, да, какой-то палатку поставить, для сбирания ягод, грибиев, там вот такое вот. Все, ни в коем случае никаких ни строек там не может быть. Этим вопросом занимался предыдущий губернатор Степанов, и зам губернатора был была создана Трещук. Комиссия, да. Не раз выезжали туда комиссии, пытались разбираться, кто поставил там какие-то домики, заборы, на каком основании. По идее, мы должны сейчас все эти мостики, кладки снести к чертовой матери. По идее, на всем Днестре, не только на том месте, да. А там же столько их. Ну да, вот начинается. Это же кошмар. Я же говорю, это было на уровне области. Создавались комиссии. Там и экологи, и полиция, и прокуратура присутствовала, и не раз собиралась. И представители Маякской сельской рады были. Но органы никак не решают этот вопрос. Мы лично сами не можем выкинуть людей. Понятно. То есть получается так, друзья, что если к вам приходят какие-либо люди, да, и просят деньги за рыбалку... В тюрьму. То есть вызываем полицию? 100%. То, что там хотят проводить какую-то коммерческую деятельность без разрешения, без налоговых, без там соответствующих документов, угу. Это нарушение, это преступление. Согласен с вами. Эта территория, у них начинается территория их от Стрелки. Вот там Нижнестровский национальный природный парк. А здесь его нет. Они не могли бы вам... Это как-то непонятно вообще, честно говоря. Во-первых. Во-вторых, а где подпись какая-то... Это кто это? Кротов? Да. Это Кротов. Интересно. Я его, у Сергея Кротова спрошу обязательно. Вот по поводу вашего этого. Окей. Это во-первых. Во-вторых, скажите, пожалуйста, а вы как-то вот поставили типа мосты. Кто вам разрешил их здесь ставить? Нацпарк. Нацпарк разрешил? Ну да. Вообще-то это лесхоз должен давать разрешение. Нацпарк разрешил поставить. Ну это как-то. Насколько я знаю. Ну блин. Так, если вы не против, можно я сфотографирую этот документ? Конечно. Спасибо.
вот такая угода про рекреационную деятельность от 2.06.2020. Угу. Это вы что, с прошлого года тут помост оставили, да? Да. Понятно. Давай еще один листочек. Надо будет подъехать к Ротову и узнать у него, на каком основании он выдал такой документ. Хотя, по идее, это не его территория. Он здесь не имел права выдать. Тут лесничего хозяйства? Да. Согласен. Но Кротов, при чем здесь он здесь, непонятно. Дважды я приходил в Нижнедестровский национальный природный парк к директору Кротову Сергею. Но, к сожалению, так я к нему и не попал. Хотя официально все было зарегистрировано на прием в понедельник с 15 до 17 часов. Почему-то пока он меня игнорирует и нарушает свой собственный приказ номер 85 про особый прием граждан. Ну, покажи еще раз, где написано, что от моста вниз по течению. Где это написано? В додатке номер 1 этой угоды написано, что вздовж правого берегу речки Днестер, вниз по течии, від моста 150 метров, в напрямку Червона станция Маяк. А, Човнова станция Маяк. Човнова станция, я так понимаю, что это Ватер-Сити, да? Ну да, да. То есть вот этот кусочек, по сути? Да, да, да. То есть да. Вот только вот эти помосты и больше ничего, правильно? Ну да. Понятно. Какая цена за помосты? 300. 300 гривен, да? С человека? Да. Это в день, в сутки, в месяц? В сутки. В сутки, да? В сутки 300 гривен? Да. С одного человека? Да. Понятно. Место. А какую бумажку вы даете? Сколько вас будет? Угу. Пока чек. Покажите, пожалуйста, что за чек вы даете? Товарный. Жду уже именно от Нацпарка. Чеки. А, то есть он вот такой вот... Пока так, да. То есть ничего тут нет, да? Ни печати никакой? Пока я же говорю, жду. Ага. Ну тогда, если вы ждете, как вы тогда можете брать с людей деньги без официального какого-то чека? Ну, согласитесь. Согласен. Какие ваши будут действия, если человек не захочет платить деньги? Ну, это мне уже надо... С начальством. Я имею в виду адекватных рыбаков, таких, например, как вот как я. Я с вами нормально разговариваю. Конечно, мы ж не обзываем друг друга, не ругаемся, мы конечно, не деремся и не кидаем друг друга в речку, правильно? Конечно. Вот меня интересует, какие вы будете применять меры к рыбакам, которые. Берег бесплатный, то есть можно стать и по. Ну так вы же его оккупировали этими помостами. Я понимаю, вы тут вложили деньги, но вы не являетесь тем человеком. Вы, да. По сути, я даже не представляю, с кем я разговариваю. Как вас зовут? Меня зовут Роман. Роман. Очень приятно. Меня Александр. Так вот, Роман, вы какое отношение имеете вот к этому контрадюку, который... Или как его там? Контрадю? Да. Какое вы к нему имеете отношение? Если он физично особо предприемец, он обязан быть здесь и сказать, я контрадюк, вот он я. Я беру деньги вот за это. Это как бы понятно. Ну вот... К какому боку здесь вы, я вот, честно говоря, не понял. Вы говорили ООО. Там нет никакого ООО. Перепутал. Перепутал, да? Ну, понятно. Роман, ну, вы поймите правильно, что пока у вас нет реальных, скажем так, правильно. Вариантов для того, чтобы с меня взять деньги. Поверьте мне. Все нормально? Будьте здоровы, всего будьте хорошего. Будьте здоровы, и вам счастливо. До свидания. Так, 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 так. Ух ты ты. Слушайте, там, наверное, карпик. Крючок, чтобы вы понимали, желтенький, маленький-маленький. Там, я не знаю, 14 номер, наверное, или 16. Поэтому в нахалку вообще его нельзя трогать. Вообще. Вы видите, что творится? Поводочек там нежнейший поводок. Я просто готовлю их с коронованием и поставил попробовать, как оно там ловится. Я не могу его вытащить, честно говоря. Я не могу его дальше, потому что боюсь, что разрывная нагрузка поводка не,
не выдержит эту рыбу, которая сейчас там находится. Так, друзья мои, ну и будем только надеяться на то, что он устанет, и мы сможем его вытащить. Я сейчас попробую взять. Так, тут главное еще не забывать работать фрикционом, потому что очень важно, чтобы рыба могла хотя бы хапнуть воздуха. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Попробовать надо поднять его, чтобы он хотя бы увидеть, что это. Ой, не. Ай. Наконец-то я ощутил эти эмоции. Этот кайф, этот драйв, это что-то с чем-то. Бух, у меня аж мурашки колбасят, друзья мои. Потому что там, ну вообще, крючок, ну это не крючок, это просто какой-то маленький, 14-16 номер, не более того. Я взял чисто тараневый вариант, чтобы натаскать там маленькую такую таранечку. А тут что-то прицепилось. Что прицепилось, я даже не знаю. Напишите в комментариях, я смогу его вытащить или нет, друзья мои. Уже прямо сейчас пишите, пока вы не смотрели этот ролик до конца. Поднимаем. Не хочет подниматься вверх. То есть я так понимаю, что если я поеду на соревнования со спортсменом, нужно предусмотреть вот такие вот варианты. И может быть есть смысл поставить больше крючок или толще поводок, потому что ну реально не очень страшно что-то поднимать. Там хотя бы было бы. Ай-яй-яй. Был бы хотя бы там поводок там 0,14-0,16, а тут 0,12, вы поняли? Это вообще там 2,5 килограмма разрывная нагрузка. Поэтому ни в коем случае нельзя его дергать, резко поднимать. Это чревато тем, что вы просто будете без рыбы. А вот таким способом можно попытаться его все-таки как-то заморить и все-таки достать его. Или хотя бы увидеть, в конце концов. Задача минимум увидеть, что там на крючке. Задача максимум поднять его. Я уже даже вижу бусинку. Я вижу кормушку. Давай. Ты можешь. Я даже подойду ближе к тебе. Что-то вижу большое. У! Ну, хапни воздуха. Давай. Главное не торопиться, друзья мои. Это карп. Это карпик. И он на два опарыша. О, хорош. Хорош гусеныш, хорош. Главное, еще раз повторюсь. Ни в коем случае не торопиться. Ни при каких обстоятельствах. Лучше лишний раз. Лишних 5 минут повозиться с ним, а ведь это приятная возня, согласитесь. Это же очень приятно с таким карпиком повозиться. Ох.
Давай. Нет. Он тоже уже устал, я знаю. И главное, что вот видите, я поставил правильно фрикцион именно на то положение, при котором нагрузка не может быть больше, чем разрывная нагрузка поводка. Ох ты, бля. Красавчик ты наш. Давай. Ты можешь. Это я про поводок. И про крючок, и про кормушку. Это я про все говорю. О! Есть контакт, друзья мои! Ой, карпик! Карпидончик ты наш! Дорогусенький! Я просто хочу вам показать этот крючок, друзья мои. Сейчас я подойду ближе. Да. Так, это кормушка. Да, это... Что? Поводочек? Да. Поводок, вот он. Ну, вы наверное, не видите. 0,12. Поводок и крючочек. Видите, два опарыша воткнулись где. О! Ну, у меня руки трясутся, потому что... Ну, вот видите, вот он крючок. Вот такой маленький. Это 14 номер крючочек. И поводок 0,12. И вот этот красавец. Вот это да. Стойте. Вот. Вот такой красавец. Вот он. Первая рыбалка и сразу же карп. Это просто, это счастье. Представляете, друзья мои? Это просто бомба. Снасть увидели. Стопорная бусина. Кормушка Потап. Металлический паук. Здесь стопорная бусина. И поводок 0,12. С 14 крючком золотым. Вот этим. Вот он. Золотой крючочек, вот он. Я хочу сказать о том, что едьте на рыбалку. Если у вас нет снасти, покупайте элементарные снасти, вот такие как у нас, и ловите таких красавцев. И получайте максимум удовольствия от этой жизни. Потому что этот кайф, который когда ты держишь в руках удилище с тончайшим поводком, с маленьким крючочком и вытаскиваешь такого карпа, это незабываемое ощущение. Плыви, родной. Ой, супер вообще. Друзья, ну я скажу, что до сих пор руки трясутся после того, как поймал карпа. И я вот думаю, что этот поводок с этим маленьким крючочком 14 номера нужно поменять, потому что я уже чувствую, что он как бы уже износился, скажем так. Поэтому если вы ловите на такие чувствительные, тончайшие снасти, то, конечно, нужно учитывать то, что следующего карпа он не выдержит. Поэтому его нужно менять. Новая кормушка от фирмы Потап, называется она металлический паук. Она, конечно, лучше своего предшественника, которая была до того. Производители постарались, сделали эти кормушки с разным весом, то
То есть можно кидать не только на Днестре, но и на Дунай, потому что есть даже такие кормушки весом даже до 150 грамм. Поэтому я уверен, что это уникальная штука, полюбится всем рыбакам не только Днестра, но и всей нашей Украины. Ну, такая короткая 5-часовая рыбалочка наша закончена. Сейчас будем собирать снасти и уезжать домой. И какие хочется сделать выводы? Ну, во-первых, середина апреля, да, даже уже больше, чем середина апреля, погода разная бывает. Поэтому одевайтесь по сезону, так, чтобы вам было комфортно. Потому как вы помните, что не бывает плохой погоды, бывает плохо экипированный рыбак. Даже сейчас вот ветер поднялся, могут нагнять тучки и может даже пойти дождь. Поэтому одевайтесь по сезону. Второй вывод, который хотел бы сделать, это то, что первая моя рыбалка на Днестре и первый карп – это что-то невероятное. Причем, видите, как поймался на очень чувствительную снасть. Очень тонкий поводок и маленький-маленький желтенький крючочек. Снасть, которую я сегодня использовал, входила кормушка от фирмы Потап. Это металлический паук. Она показала хорошую эффективность с точки зрения того, что нормально стоит на течении. Сегодня у нас большое течение, и она своими грунтозацепами нормально держалась там, где приводнилась. Также отсутствует запах окиси свинца, так как она покрашена порошковой краской. И мне понравилось то, что она быстро заполняется, что немаловажно во время спортивной рыбалки. Друзья, в третьем выводе я хотел бы поблагодарить Романа, который пришел меня тут обелечивать на этом помосте, за то, что он принял мои доводы, согласился со мной, что все-таки в его действиях есть какие-то моменты, которые не дают ему возможности брать плату на этом помосте. И вам, друзья, советую адекватно себя вести на рыбалке, не спорить, не тратить свои нервы, потому что вы сюда пришли, что делать? Отдыхать и наслаждаться жизнью. Вот это вот я хочу вам пожелать всем. Крепкого здоровья и встретимся на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.